Итак, всем привет, с вами Тимон на Digital World, и мы продолжаем проходить игру Resident Evil Revelations 2, эпизод 2, созерцание. В прошлый раз я накосячил и не смог, короче, ну не спрыгнул, да, я накосячил. В общем, ну вы поняли. Поэтому в одном месте там что-нибудь просрал. Кое-что. Ну, наверняка кое-что и просрал. Так. Вот так. Что еще? Вроде ничего больше. Так. Да. Да, кстати, мы узнали, что мы оказались в России. Да-да-да. Именно в России. Еще мне тут проспойлерили то, что... Погоди, тут две травы, здесь одна. Так, то, что во втором Резиденте, Revelations, есть две концовки. Плохая и хорошая. К сожалению, мне... Да и к счастью, в принципе, тоже мне не сказали, как какая концовка, что в хорошей концовке, что в плохой, но по итогу намекнули, что... Чтобы найти хорошую концовку, нужно в основном бегать мырой и при случае взять огнестрел. Вот это все, что я знаю по поводу хорошей концовки. И я постараюсь уйти все-таки в хорошую концовку, нежели в плохую. Ну, а пока можно продолжать. Так, лом есть? Фонарик есть? Опомнились. Ух ты ж, ёперный квадрат. Сколько ж у нас тут вариантов-то прям. А таташки прямо. Так, лифт. Не, на лифте я точно не поеду. Вот уж что-что, а если я на лифте поеду, наверняка там будет что-то. Так, здесь, значит, здесь что? Твою мать, сортиры, прекрасно. О, что-то лежит. Записка горожанина. После ее появления все сильно изменилось. Сейчас наш забытый совершенно другой остров. В шахтах новое оборудование, рабочие места. Она нанимает не только неквалифицированных рабочих, но и исследователей. Возможность трудоустройства масс. Глубину моей благодарности ей не передать словами. И все же находятся те, кто в ней сомневается. Какая неблагодарность. Не нравится здесь. Никто не держит. В принципе, действительно тут. Патроны к пистолету. Шикарненько. Так, что еще есть? Сортирная бумага, прекрасно. Так, здесь, значит, наверняка мы будем проползать. Окей. Так. Значит, что нам? Заперто с другой стороны, да. Давайте поработаем ломом. И тут же не зря же заколотили, ведь правильно? А не забудь, что нам к лифту еще надо вернуться. Ага, тупо комната. Но она же заперта. Ох ты ж, боженьки ты мои. Ох ты ж, да тут сундук. Хрень для крафта. Ящик с деталями, я понял. Так, давай-ка мы... Ага. Так, а ящик в ящик можно положить? Нельзя, да? Давайте так. И сделаем еще. А, перезаряжено. Так, здесь перезаряжено. Здесь перезаряжено. Здесь перезаряжено. И давайте с пистолета. Пистолет, по-моему, стреляет все-таки.
Так, то есть я ходил сюда только за инструментами, да? Круто. Здесь заперто с другой стороны. Сюда нам сунуться нет резона. А таташки. Дрель. О как. Так, отсюда, я так полагаю, мы пришли, да? Да. Что ж, остается нам с вами только одно, и это... Это лифт. Почему только дрелью? Ломиком тоже можно расхреначить. Ты готова? Ты там это... Если что, стреляй. По идее, основной персонаж жив. Я предполагал такой вариант развития событий, блин. Только как они в лифте оказались? Вот меня интересует. Поехали. Фух, сейчас какой-нибудь некроморф вылезет нафиг. Это на самом деле хреновая идея. Но и тупейшая просто. Вот отвечаю. Так. Там ящик. В ящике обычно либо патрон, либо какая-нибудь хорошая хрень. Но зачем нам данный ящик, если у нас есть... Заброшенный этаж. Блин, у меня столько бутылок, серьезно. Это просто... Я бомб здесь могу накрафтить до усрачки просто. По-моему, сейчас просто их все соберу и... А! Наталья! Не убегай! Hey, wait up! Да не убегай ты, ну ептона мать. Перемахнул, слушай. Может это, ну хотя у тебя ушек до усра... Для крафт! Клэр, что? В смысле? То есть только так, да? Так, а там? А та комната с крафтом. Don't be scared. What's your name? Where are you from? Did that lady put you here? Where are you? Down, Claire. Let me talk to her. You must be so scared. I know I am. My name's Moira. See? We're like sisters. Everything's okay now. Медведь. What's your friend's name? Lottie. You're both so brave. You're pretty good with kids. Come on. Ну, Клэр её зовут. Okay. Лотти. Извиняюсь за тормоза. Может, то, что это пиратка, конечно. Так, окей. Я еще реально прихренеюсь. So you managed to stay away from the monsters all by yourself? Uh-huh. You're a brave girl, but this will all be over soon. Listen, there's a bad lady in the tower out there. Once we take her out, we can all leave the island together. Подождите. А можно? Нет. Нельзя. Ну ладно. Она же не убежит никуда. Надо... Она с теми еще сюрпризами, блин. Ткань. Окей. Это, конечно, нехорошие звуки, ну ладно. Так, по итогу мне надо сделать, значит, так. И, к примеру, взять пистолетных патрончиков.
сделать так. И вот так. В принципе, сейчас я накрафтяюсь. Так. Но сначала я все обшарю, потому что... Топазик. Moira, did you hear that? Yeah, another one of those walking shit stains. Sorry, I mean butt stains. And you know what we do to butt stains. Порох. Шикарно. Так, давайте скрафтим. Там что-то было. Шикарно вообще, что-то разживаемся мы с вами дико. Я чувствую, сейчас реально все патроны соберу. Просто, по-моему. И потом для Барри ничего не останется, и будет очень тяжко идти. Так, погодите, я забыл, я передал. Так, а с чем бутылку можно... А, не с чем. А вот это с чем? Я забыл просто. Так, а... Значит, нельзя это с бутылкой, да, я думал, молотов там. А, там бензин нужен или что-то такое. Давайте. Так, рассеяние, окей. И быстрая перезарядка. Ну, блин, это... Так, скорострельность. Блин, ну перезарядка, ну, не знаю. Сюда, в принципе, можно, но я им не так часто пользуюсь. Да и рассеяние тоже. Хотя, давайте хотя бы вот этот, погодите, урон 490, здесь сколько? 630. Ну, блин, патронов мало. Ну хрен с ним, мы его сделаем. Вот. У нас будет прокачано оружие. Потом я, наверное, буду прокачивать, ну, при ситуации. Вот этот дробовик или пистолет, посмотрим. Так, что у нас еще осталось? Да иди ты. Так, у тебя 4 взрывки, может. Давай, я не знаю. Так вот сделаем. И, наверное, все-таки вот так. Хотя, блин, они не сочетаются, да? А, погоди, стоп, взрывчатая, зажигательная. И ловушка. Опа-па. Чё-то я намудрил, короче. Ну круто, так, взрывчатые. У нас. Давай вот так. Окей. Так, и там большая, короче, уже постраусы, и нам туда надо. Преданность, единство, труд. Вскоре они все перетрут. Ладно. Погнали. По кровавому следу, как много в каких играх. Ох, подвал. Ох, подвал. Контрольная точка. Там большой. Собой. Ага, прыгать надо, да? Чего ты пугаешься-то? Да я вообще похрену. А, тут конкретно с Клэр надо, да.
Да офигеть они. Don't move until we give you the signal. Твою-то матушку. У тебя же есть способности, что ты не предупредишь-то? На, блин. Мы с вами перезаряжаем. Там еще одно место для крафта, офигеть. Там трава. Так, я хочу хорошую концовку. Идите, он там ломится-то. О! Шикарно, отдай. Я человек предусмотрительный, поэтому заряжу оба ружья-то. Баре, правда, пушки не достанется, ну ладно. Так, там, короче, выход. Там большое толстое говно. Ломится к нам в дверь как раз. Куда нам, скорее всего, и надо. Ёжики! Ты не сметь кидаться. Ёжика. Что делать-то? Да стой ты! Да охренеть, он дамагер просто.
think we're clear. Да охренеть просто. Let's go get the girl. Так, подожди за девочкой. Воу. Хотя бы. Да-да-да, верните патроны. We can't forget about the girl. Да я понял. Чё? И зачем? Ладно. А, трава. Так, у тебя одна есть, у тебя ни одной. We can't forget about the girl. Так. Я не забываю о ней ни в коем случае. Я знаю, что нельзя девочки забывать. Так, а может вот здесь вот надо будет еще вылазить? Ах ты просто. Так, погодите, что я подобрал? Да я понял уже. Так, шикарно. Все, не забыли. Погнали. Чего не забыли ведь? Девочка еще тащит кирпичами, всех закидает просто. It's safe now. Can you find your way over? Аккуратней. Она, кстати, медведя где-то потеряла. Погнали. Когда с Барри-то встретилась, у нее же медведь не было. Заперто. Окей. Так, ребятушки, еще. О. Какую дыру? В эту, что ли? Какую дыру-то? В эту? Какую дыру? Что за бред ты несешь? Да в какую? А, во! Да офигетина! Открыто. Она еще wow. Та. What service? Смельчачка. Зачем ты дробовик-то берешь? Ни в коей мере не бери дробовик. Так. Так, хватит на меня большого сегодня. Я сейчас, как точка сохранения только будет, так сразу закончу, потому что уже слишком для меня. That's a really cute bear. Is he your friend? Lottie's a sheep. The nice man gave her to me. What nice man? The Terra Saver guy. He saved me when I was little. I wonder if anyone from Terra Save didn't get caught. А кто конкретно? Слушай, ну, я не знаю, кто-то вот хозяин там этот грёбаный, потом кто еще есть? Нил. Кто там еще? Ну, скорее всего, это если кто-то был, то это был, скорее всего, Нил. На самом-то деле. Что у нас добряк, зараза? Он просто классный. Так, окей, там у нас дверь.
Так, стоп. Окей. Я научен в плане того, что когда прошел первый эпизод, я посмотрел, как другие люди проходят первый эпизод. Мне просто было интересно. И они находили множество всякой фигни, короче. То есть, рубинчиков, там... Один рисунок нашли. Рисунок Кафки. Вот. Классные ребята, кстати, коопом проходят. Вот. Пройду второй эпизод. Что? Опять я, короче, тупанул. Надо было в ту дверь идти. Так. Это что-то идол какой-то индийский, по-моему. А вот он, вертолет. Oh, yeah! Hell, yeah! Oversee this, bitch! We are off this motherfucking island! Fuck. Oh, my dear little Gregor. Come on, that's come on. Cheating. Damn it. Sure. God damn it, come on! Gabe. Shit. Твою мать. No. Не-не-не-не-не-не-не! No. No. Gabe, get out of there! My escape is death, but not this one. Твою... Он себя дико сейчас покоцан. Ему надо было убить себя. А не руку резать. А Натали похитили. Твою мать. A shame about your friend. But you're tougher than he is. You're not gonna snap, are you? Claire? We lost the girl. Да она полна сюрпризов. Вы все полны сюрпризов. Какого черта? Если это надсмотрщица сидит в башне. Что? Если она сидит в башне, получается, кто похитил-то? Короче, еще там в одну дверь не зашел. В итоге я прошел эпизод за Клэр. Да, у меня пиратка, я понял. Нет, не повторять. Далее. Настройки навыков. Ладно, давайте так, я все это сделаю за кадром. У меня, в принципе, все это дело было, на самом деле. 5000, блин, у меня прокачано было вот в официалке, да, то есть в стимовской версии. То есть много чего было прокачано, я мог допрокачать еще, если бы сейчас проходил дальше. И у меня просто персы были бы дико прокачаны, но так как не пиратка, у меня ничего этого нет. Я затупил, надо было просто пройти по-быстренькому первый эпизод. За всех получить вот эти бошки. Бонусные очки, я так полагаю. И, в принципе, прокачаться и теперь же пройти второй. Ну, вот это было бы круто, на самом деле, да. Так. Сил так кирпичом Наталья, ну, блин, ну, пока. Я не знаю, пока не будем, наверное, ничего это делать. Само собой. Тоже само собой. Лечиться надо, да. Так. Чё? Усиливает. Чё? Повышение эффективности фонарям. Во! Да. Чё? Вот да. Было бы неплохо, чтобы тоже они атаковали. Это было бы шикарно просто. Ну а на этом, в принципе, я думаю, мы
закончим. Это была дьявольщина принимает облик добра и даже полностью воплощается в нем. Игра Resident Evil Revelations 2. Эпизод 2. Созерцание. Эпизод сейчас был за Клэр. И походу сейчас уже будет эпизод за Барри. И начнем мы его проходить уже в следующих сериях. Ну, давайте посмотрим пока что, какая заставка будет и что к чему приведет, чтобы потом я могу сейчас отключить просто, а потом заставка так оп и не пройдет. Будет не круто. Так. Башня. Moira was trying to get to that tower when I was with her. Окей. Listen, honey. I need you to take me there. Can you do that? Сможет. Она точно сможет. Moira. No, I don't believe it. There's no way she's... Да. Так, у нас системка, у нас есть пистолет и магнум. Так, ну пойдем у Сэмочка, конечно же. Так, домик. Непонятно чё. Ладно, в общем, на этом мы закончим серию. В общем, я уже, в принципе, попрощался. И все, увидимся в эпизоде с Барри. В следующих сериях. Всем пока.